Добрый день, коллеги! Поздравляю вас всех с праздником весны и красоты! И я хочу вам показать, что я выбрала для себя из каталога номер 4 компании Oriflame и на что рекомендую вам обратить внимание. Итак, я сейчас нахожусь в личном кабинете, открываю свою историю заказов. Заказ я скинула еще вчера, в первых рядах. Сейчас подгружается. И мы с вами можем нажать на накладную. Кстати, здесь же можно сделать отмену заказа, если вы забыли что-то заказать или передумали, или решили его отложить на потом. Итак, что у меня в заказе? Это туалетная вода мужская мистер Джордани, 2 штуки, обе под заказ. Массажное масло для тела Love Potion, обратите на него внимание, потрясающее массажное масло. Взяла 3 штуки, это все пока что себе. Никому не планирую отдавать, только если люди будут заказывать, то я еще буду его заказывать. Взяла набор весенний микс. Сейчас покажу, что в него входит. Вы обалдеете. Это шариковый дезодорант антиперспирант. Он обошел всего 54 рубля. Питательный крем для рук нежность 60 рублей. И объемная тушь для ресниц 76. Самый дорогой продукт – это парфюмированный спрей для тела Love Potion с тем же ароматом, что и массажное масло. Всего за 129 рублей. Потрясающие цены. В каталоге весь набор стоит. Сейчас скажу, сколько. 399 рублей. То есть со скидкой получается чуть больше 300 рублей. Да, всего 320. Еще у меня в заказе есть... Так. Мягкое очищающее средство 3 в 1, 5 штук. Это тоже под заказ. Далее взяли себе с дочкой из новой серии Hair X. Это восстанавливающий кондиционер. Две маски разные. Одну взяла попробовать для сухих поврежденных волос и одну для окрашенных. И восстанавливающий шампунь для сухих поврежденных волос. Брала пробники. Понравилось просто огонь. Хочу теперь все эти серии перепробовать. Далее, массажную щетку для волос тоже взяла себе. Мне очень понравилось, что это не металлическая будет щетка, а действительно массажная, как я люблю. Праймер для визуального уменьшения пор. А я считаю, что сейчас без праймера вообще жить уже невозможно. Взяла 2 штуки, один себе, один для клиентки. Взяла 2 набора для коррекции бровей, тоже под заказ. И еще одно предложение от компании. Любые 3 продукта, это должна быть тональная основа, любой оттенок, любой лак из серии Colorbox и любая помада тоже из серии Colorbox. Я взяла себе фарфоровый оттенок тона на мастер-классы, лак для ногтей Sakura и помаду мягкая корица. Мне ее как раз заказали, а лак я подарю дочке. Далее, у меня в заказе сыворотка лифтинг для лица и шеи Novage Ultimate Lift. Обошлась она мне всего за 1240 рублей, потому что я ее взяла по скидке 50% для премьер-клуба. А так бы она мне обошлась 2500 рублей. 2500 это, конечно, уже ощутимо. Ну, далее, конечно, много-много каталогов и пакетик. Все, смотрите. Общая сумма заказа 7125 рублей, прошла скидка 4275 и к оплате всего 2850 рублей за заказ 161 балл. Откуда скидка? Друзья, все время говорю вам, стройте бизнес, не тратьте время впустую, потому что когда вы приглашаете партнеров в команду, то компания очень щедро платит за то, что мы помогаем организовывать товарооборот. Вот смотрите, это частично моя скидка, которую компания оставляет на товарном поле, потому что от суммы заказа 60% можно списать с тех денег, которые я заработала. Правда, здорово? Мне намного приятнее отдать 2800, чем 7125. Далее я вам хочу показать, какие еще есть выгодные предложения в каталоге. Я ими еще не воспользовалась, но я не говорю, что я сделала последний заказ. Нет, конечно. Итак, здесь очень интересная тушь. Если вы любите хорошо прокрашенные ресницы, чтобы они были подвернуты и акцент на внешние реснички, то возьмите, попробуйте эту кисточку. Я брала тушь с такой кисточкой, она была немножко другая по составу. Кисть просто обалденная, она действительно удобная, хорошо прокрашивает. Вот эта самая акция, 3 продукта всего за 299 рублей. Вообще потрясающе. Помада любая, любой лак на ваш вкус. Далее у нас идут очень модные, кстати, луки. Посмотрите, как одеты модели. Это значит, что в этом сезоне будет модно вот так одеваться. Видите, да? То есть розовая, вот такие яркие, сочные цвета. Сочетание самое необычное. Это золотистый такой желтый цвет. Кстати, желтый – это самый модный цвет сезона в сочетании с розовым. И остаются также фаворитами белые
ботинки, кроссовки, да, все белая обувь, такая легкий ход без каблука, очень модно. Посмотрите, какой красивый комплект получается. Обратите внимание, в самом уголочке странички украшения для обуви. Здесь его так плохо видно, но я его видела вживую, и просто я не поняла. Я думаю, что это за прелесть? Это серьги или какие-то подвески? Куда их? Честно говоря, даже в каталоге не обратила внимания. Они бесподобно красивые, очень крупные стразы, сделаны настолько дорого и эффектно, что это просто прям писк-писк. Кто любит отмодничать? Очень красивые пастельные оттенки необычных цветов лаков. Мы пробовали, Танюшка у нас пробовала такой сиреневый лак. Ну, это просто очень красиво. Если вы любите лаки стойкие, то, конечно, возьмите этот. Так, далее, вот как раз корректор вы увидели. На парфюмы шикарные скидки. И очень мне нравится вот эта вся коллекция. Здесь плохо видно, но здесь появился новое ожерелье с подвеской сферой. Очень эффектно смотрится. Вот вы видите на модели, можете его посмотреть, но в деле он смотрится еще интереснее и очень эффектно. Давно осматриваюсь на эту сумку, прям так у меня к ней душа и лежит. Вот они самые эти праймеры. Очень выгодное, такое удобное предложение. Обязательно, да, им воспользуйтесь, потому что в этом каталоге выгодная цена. Мой любимый парфюм The One Discuse. Очень вкусный. Ну, про это я рассказывать не буду. Новые тоже гели для душа интересные. Коллекция, конечно, бесподобная. Все, что компания нам предложила. Взяла я себе вот такое ожерелье, сферу тоже. Мне очень нравится. Просто вот прям уже жду быстрее весны, лета, чтобы носить. Кстати, еще один мой любимчик – это Happy Diziac. Просто роскошный парфюм. Так, чтобы вам еще рассказать такое интересное, на что прям нужно обратить внимание. Ну, детская серия, конечно, это понятно. А, кстати, актуально будет в этом сезоне, когда начинается жара, не только в этом сезоне, а вообще, для того, чтобы ногам было комфортно, это дезодорант, спрей для ног. Очень удобен в применении, нанесение у него очень такое легкое, простое, можно даже через капроновые колготки наносить. А вот и моя массажечка. Жду ее с нетерпением. Уже через один день придет заказ. Прям люблю расчески классные. Если вы еще не брали себе аппарат SkinPro, то вы прям очень много теряете, потому что он не просто классно очищает кожу, так он еще и делает массаж. Это легкая такая подтяжка кожи, великолепная. Да, кстати, набор NovAge только в этом каталоге. При покупке полного комплекса вы можете выбрать любой парфюм. А парфюмы представлены очень даже достойные. Я вот тоже думаю о том, чтобы сделать себе вот такой вот подарок, набор. Но я прям недавно брала и пока еще не знаю, буду или нет. Но я бы взяла вот эту воду Soul Forever. Нам она очень понравилась, дочкой, очень. Так, двигаемся дальше. Очень много ухода за лицом. Женщины, девушки, я вам напоминаю, что очень-очень аккуратно с солнечными лучами. На улицу не выходите без солнцезащитного крема. Ну, то есть вы берете любой крем, чтобы была высокая степень защиты. А эта помада, ну, просто бомба. Я себе взяла две. Одной уже пользуюсь, это земляничная поляна. Я себе выписала вот эту черничную ночь. Черничная, по-моему, ночь. Настолько красивый цвет. Я несколько раз его посмотрела на губах у своих коллег и поняла, что я тоже хочу эту помаду. И выписала. Так, что здесь интересненького у нас? Так, для мужчин. Ну, сами рассмотрите. Кстати, Миша взяли весь набор комплекс NovAge. Вначале он прям говорил, я не буду пользоваться, да не трать деньги, да мне это не нужно. Я ему говорю, ну ты же стареешь, дорогой. У тебя все время шелушится кожа, эти поры на носу. Знаете, с каким он удовольствием пользуется? Даже когда он уезжает на один день, ну, по делам он ездит к родителям, на одну ночь он забирает его с собой и обязательно им пользуется. А мне безумно нравится, как пахнет его лицо, борода. Вообще это настолько шикарно. Я прям рекомендую. Конечно же, кожа сейчас выглядит такая прям увлажненная, приятная. И он сам очень доволен. Хотя говорил, что пользоваться он не будет.
Конечно. Да, вот он сам, этот мистер Джиордани. Очень игривый такой аромат, и в то же время он сложный, серьезный и такой, знаете, богатый для взрослого такого мужчины, взрослеющего, да, солидного. То есть прям мне понравился, очень понравился. Мой любимый тоже Джиордани Голд. Я всегда говорю только о том, что мне нравится. И вот оно, само, любовь. Массажное масло обязательно возьмите, как оно безумно вкусно пахнет. Я просто, когда его попробовала, была в бизнес-центре, я нанесла его на руки, просто распределила по рукам, как крем. Он быстро впитался. То есть у меня не осталось неприятных ощущений, никакой липкости. То есть я вообще забыла. Мы просто бы приятные, комфортные ощущения. Посмотрите, какой богатый состав, как это вкусненько. Да, просто не могу. А вот парфюм возьмите как раз в этом наборе. То есть, чем его заказывать отдельно за 449 рублей, возьмите весь набор за 399, и у вас будет и парфюм тот же самый, тушь, дезодорант и крем для рук, и все это пригодится. И на последней страничке маленькие такие тюбики, 30-миллиметровые, для лица. Это скраб, маска и увлажняющий гель. Прекрасный огуречный аромат. Тоже мы все это попробовали в бизнес-центре. Рекомендую. Берите, пробуйте. На подарки, кстати, шикарно. Можно масочки взять, раздаривать знакомым, клиентам. То есть это действительно то, что приятно. И приятно подарить, и приятно получить, как маленький такой знак внимания. А я вас благодарю за просмотр этого видео. Желаю вам вкусных, классных покупок и отличного весеннего настроения. Вот вам мой букетик. Уже стоит с 8 марта.